Ре. Весь этерс ир те. Если результаты выборов для политиков ясны, то для самой избирательной системы нет. Почему не всем избирателям пришли письма? Зачем их вообще рассылать? Почему произошел сбой во время предварительного голосования? И почему нельзя было проголосовать на любом участке? До следующих выборов надо найти ответы на все эти вопросы. У нас очень раздробленная ответственность. За эту отрасль отвечает Управление по делам гражданства и миграции, Центральная избирательная комиссия, Министерство регионального развития, Министерство сообщения и МВД. И каждый видит только свою ответственность, но не видит общую картину. Ясно, что наш избиратель подвижен, и ему важно голосовать на любом участке. Премьер также потребовал от всех ответственных ведомств подготовить сообщение, как улучшить ситуацию с выборами. Никаких сроков, когда эта работа могла бы начаться и закончиться, премьер, впрочем, не назвал. А на вопрос, не должна ли новая глава ЦИК Кристина Берзини лично отвечать за сбои, премьер не стал отвечать, сославшись на то, что опаздывает на самолет в Брюссель.